Помните слова популярной песни? Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Может быть, слова эти как раз и были написаны о тайге Саянского края на юге Восточной Сибири. И с высоты, и спустившись с неба на землю, открываешь красоту и первозданность этих мест. Без особого труда каждый путешественник может здесь вообразить себя первопроходцем. Красную смородину в этих местах называют кислицей. Кисло, но как вкусно. Таежный урожай скапливается на заимках, а уж отсюда идет в большие и малые города. Но для настоящих путешественников, вне сомнения, сбор таежной дани занятия слишком уж спокойно. Они жаждут другого — скорости, напряжения, риска. Пожалуйста, пороги горных рек готовы испытать каждого смельчака. Здесь, в Саянах, часто встречаются и те, кого интересуют не только красоты этой земли, но и то, что сокрыто в ней. Вслед за геологами, перекрывая шумами моторов шелест листвы и пение птиц, идет техника. Здесь ищут железо, нефть, уголь. Человек осваивает эти места, берет у тайги ее богатство, но делает это осторожно, вдумчиво. Многообразен сегодня Саянский край и девственная природа. И добыча угля. И строительство грандиозных гидроэлектростанций. Они поднимаются на могучих сибирских реках, символизируя огромный фронт работ, ведущихся по всей Сибири. Рождаются сибирские города. Одни на скрещении дорог и торговых путей, другие возле богатых месторождений, угля, нефти, алмазов, третьи у гидроэлектростанций. Строители возводят не только плотину, но и город. И в Саянах поднялись такие города, как Дивногорск. Уютные, светлые, зеленые. Примечательно, что памятником в этом городе стал МАС, с которого каменные глыбы летели в воды Енисея. Вот так живет сегодня Саянский край.